В Заводоуковском городском округе планируется запустить производство евроканистр. 5-10-литровая тара необходима местному предприятию для разлива продукции, например, грунтовок. Сейчас емкости заказывают десятками тысяч штук и везут из Новосибирска и Екатеринбурга. Это занимает около недели. На сегодняшний день мы занимаемся вопросом о приобретении данного оборудования. Это называется экструзионно-выдувное оборудование. Это линия полностью автоматическая. Пока нет понимания по поводу ее производительности, мы выбираем того или другого производителя. Также выбираем страну производителя. То есть хочется, конечно же, качественное оборудование, которое будет работать долго. В планах предприятия тесное сотрудничество с Сибуром. На заводе хотят выпускать канистры из полипропилена, сделанного в Тобольске. Ожидается, что промышленное производство начнется к концу года.